Фотовыставка российско-американских любителей и профессионалов искусства вдохновения открылась в Волгограде. Фотографии, сделанные по обе стороны океана, вместе с жителями областного центра и гостями, оценил наш корреспондент Дмитрий Доценков. Art of Inspiration – искусство вдохновения глазами и объективами как наших волгоградских фотомастеров, так и наших тоже, но и мигрантов, давно живущих в Америке. А вдохновение ведь оно, что здесь, что за океаном. Главное, чтобы это было, чтобы нравилось людям. Одной из главных особенностей этой выставки является то, что многие работы сняты любителями, тематика фотографий разнообразна. Главный критерий для участия – потребность художественного самовыражения. Ведь искусство вдохновения – это уже целое движение, которое было создано в Америке российскими мигрантами. Сегодня к ним присоединились сотни фотографов более чем из 20 городов мира. Теперь в их рядах и наши земляки. Владимир Андреев, русский фотограф, ныне проживающий в Соединенных Штатах, начал это движение. Масса фотохудожников, которые русские, проживающие в Соединенных Штатах, объединились. Затем эта выставка пошла гулять по миру, прошла и по России, была во многих городах. И всегда во время экспозиции дополнялась фотоработами местных художников. Так и на этой выставке. С одной стороны, вы видите фотографии американских фотохудожников, русско-американских фотохудожников и наших фотографов-любителей. По словам организаторов, цель этого движения проста и очевидна. Здесь люди могут, как говорится, и других посмотреть, и себя показать. Она рассчитана на фотолюбителей, в принципе. Не специалистов, может быть, фотографии. А именно фотолюбителей, чтобы они видели, что можно делать. Что они могут делать сами. И здесь практически журналисты, фотожурналисты, такая организация, которая пытается объединить любителей фотографов, любителей художников, все, чтобы общее было представление о том, как люди живут и чем, как видят жизнь. Останавливаться на достигнутом организаторы не собираются. В Волгограде выставка долго не задержится. Совсем скоро работа отправится уже в другой город, где как профессионалы, так еще и никому неизвестные мастера вспышки и объектива смогут представить на суд зрителя свои работы. Ведь искусство вдохновения безгранично. Дмитрий Доценков, Максим Лесничий, Вести Волгоград.